Всем привет, друзья. Смотрите, кто нашелся. Смотрите, на какой машине, с какими подлокотниками, с термосом. С рациями едем. С штанами в точечку. Я их смыды достал сегодня со стиралки уже. Со стиралки достал? Хотели уже стирать. Я говорю, вы чего? А, в смысле, я думал, так постирали. А, нет. Друзья, всем привет. Мы едем на чужой машине, на чужой оффроуд. Так, все, вкратце про машину. Мы едем на Opel Monterey 94 года, 3.1 турбодизель. По моему мнению, классная машина. Выпускалась на многих рынках под разными именами, примерно под 6-7 брендами. У меня там даже записано, как Holden, Isuzu Druber, Isuzu Bighorn, Honda Horizont, Acura, LSX. Короче, она выпускалась везде. И для всего, потому что была хорошая, востребованная машина, продаваемая. Было выпущено, по-моему, больше 1 200 000 копий в разных этих вариантах. Да ну ладно. А это говорит о многом. И, кстати, интересный факт про эту машину. Если посмотреть на Ютубе, топ-10 внедорожников, там любое, пишешь топ-10 внедорожников, то вот эта машина будет в любом топе. Ну, практически в любом, но она будет в любом, да, она будет в любом тупе. Либо как Трупер, либо как Монтерей, либо как еще что-то. Поэтому машина крутая. Мне нереальный вообще оффроуд на танковой Витя дороге. Витя был на танковой. Проехать хотел, и, ну, там, где я привык, я бы уже сдался, а она не сдалась и поехала, и выехала, и не пришлось никого вызывать. Слушай, она чистая такая. Крас, как у меня. Крас. Не, он у него горб на капоте, видишь? И шо? А у тебя нету. А, с горбом это типа прикольная, да, вещь? Да не, ну модификация. Хотя может такой, но ящик такой. Но смотри, мы ехали за этим, за горбунами. Но. И фолловеры тоже, мы обгоняли колонну с кразами, они тянули танки. И фолловеры сказали, ой, это видит, да нет? Да, сказали, что крас не такой, хотя я сказал, что такой. Ну что-то там, какие-то модификации, крылья другие или что-то, модели называли там. Ну крылья это все мелочи, я думаю, что там разница по годам основная. Это у меня 92-й или 94-й крас, а этот, наверное, все-таки, я думаю, 2008-й машины поехали только что. Ну да, похоже на то. Это, короче, кстати, имя человека, который вводит этот автомобиль, ну, погоняло, что ли, название команды. Человек очень нервный, почему? Потому что вот он когда не доезжает до финиша, и шо? Он вот так вот херячит по этому монитору. Ёханый бабай. Да. Жесткий. Не, ну, я его видел при луках, он вроде так не сильно был нервный, но уже, может, водные процедуры принял и успокоился. Уже по монитору гавцнул. А, уже, да? И успокоился. Ёлки. А, набери Максу, что мы уже выехали. Да. А еще, знаешь, что вчера, что я хочу сказать? Я поехал на этой тачке, у нее 125 сил. Как бы она довольно-таки, ну, неплохо, приятно. Ну, 125 это серьезно, да, дизельных. Да, и у него моментов на понижении, ну, все, хватает с головой. Но вчера прилетел ко мне Леня. Так. На, проедься на моей машине. И ты понял, что момента не хватает, я да? Я никогда в жизни не чувствовал под ногой, под педалью газа, на оффроудной машине, на злых колесах, вот чтоб так дубасило. Круто, я, да? Ну да, ты понял, ну, я не готов был. На второй еду, там километров 5-6 по базе, на второй. Да. Нажимаю, пач, вот так вот, и я и замерз. Я думал, господи, тут есть тормоза или нет. Это BMW, это не BMW. Шутки, да. Не, и получается там 140 сил, да, на тонну веса, блин. Взлетает. Она взлетает. Он, правда, большие такие каньоны, он может перепрыгивать, если сильно просит резко сцепление. Или трамплинчиком надо его это с собой возить. Да. У Лёни машина теперь, ну вот я же говорю, я проехался на асфальте, теперь очень хочется попробовать, как этот момент покажет себя в грязи, очень интересно. Ну, глушили мы ему вчера заварганили, капитальные. Он мне рассказывал, говорит, уже не тише раз в 11, говорит. Раз в 11 тише, а эстетический вид какой. Красивый, да? Ну, это бомба. Ну, сейчас будем смотреть. Копия под Акроповичи, копия. Лёня уже близко, сейчас все увидим. Набирай Максу. Что, на Макдональдс заедем? Не знаю. Можно, да. Кразики. Кразики. Давайте, наверное, по пути на... Ох, красавцы, конечно. Понял? Похожкой на такой, как у Вити, только. Шиномонтаж.
Форсаж 21 века, друзья, вот он здесь. Ну давайте, может, на Севастопольской, потому что это по пути нам, и на оффроуд по пути, и мне по пути. Я же съеду и вот так по Лобановского вверх поеду. Блин, как красиво. Смотри, там просвет видно, куда мы едем. Да видно, что там будет солнце и свет. Будет солнце и свет. А Витя, когда мы поедем на этот остров на оффроуд? Я так мечтаю на него поехать. А вот остров, мне на оффроуд хочется вот на этот остров поехать. Как же мы на него доедем? Ну, надо машину подготовить нормально, чтобы можно было доехать. Шерп взять в аренду хочешь? Да не, ну на шерпе же нельзя вот тут ехать, понимаешь? А нам надо, чтобы мы ехали тут, а потом съехали вниз к твоим любимым местам возле моста. Ну, мои водоплавательные. Водоплавательные. Алло. У Вити есть места, где он ныряет. Алло. Регулярно, ну и потом мы... Где он ныряет регулярно, алло. Друзья, сегодня редкий день, когда тут нет пробки. Да потому что нам все идет в руку. Сегодня должен быть классный оффроуд. Я надеюсь, мы поедем по классному маршруту, который Леня выбрал. И погода была 3 дня, дождливая просто. Там возле Танковой такая лужа на асфальте. Просто на асфальте. Бэха плыла только что, вообще жесть просто. Ну, блин, у меня такие кадры есть. Короче, вчера едем. Помнишь, вот это на Танковой были неизвестного ямы неизвестного происхождения? Короче, едем и вчера... Через 600 метров сверните на съезд направо. Спасибо. Женщина с нами. Едем, короче, едем по Танковой дороге. Сидит чувак посредине, и он видит нас и убегает. Понял? Убегает. Рыбак в лодке или кто сидел? Да не рыбак, землекоп этот. А, землекоп был? Землевладелец. Блин, такой... Сверните на съезд направо. Затем на развилке держитесь левой стороны. Я, короче, ему про твой кордон рассказал, он знает, я ему дал точку, сказал, где искать. Это такое... На развилке держитесь левой стороны. Я, говорит, здесь все знаю, много видел. Вот туда вот, это прям перед большой лодкой. Через 600 метров... Поверните направо на съезд. Через 600 метров. Подожди, давай, я выключу женщину. Ты... Так, на чем я остановился? На землевладельце. Короче, землекоп, не владельца, он еще не овладел полностью. Короче, этот землекоп меня тормозит. Я ему рассказываю про твой кардан, что его надо найти, вот это все дела. И он мне говорит, он показывает на лужу, на большую, на ту, ага, на первом участке. И говорит, никто туда не ездит. Я здесь всегда копаю, все ее объезжают. Никто туда не ездит, и вы туда, ребята, не едете, заберет она вас. Ну, он такой слегка подуханный. Я говорю, хорошо, короче. И он этими словами сильно настропалил Саню, моего штурмана. Саня такой, ведь никто туда не ездит, и мы туда не должны ехать. Саня жесткий. Да, Саня жесткий. Короче, я вырываюсь в эту лужу. Перед самым выездом машина застрела, так прям выч, и села. Назад, вперед, она чудом оттуда выехала. Выезжаем, я там пока обтрухиваюсь, пока вообще от шока от происходящего. Это выбегает этот землекоп уже с другой с леса. Как вы это сделали? Никто этого не делает. Тут говорит, только что максимум танки я видел проезжают. Ну, короче, рассказал мне, как он тут копает, сколько зарабатывает. Подъем неплохой, маржинальность высокая в его бизнесе. Да? Да. Блин, ну, может, день, так может мы тоже пойдем на... День покопать может быть. От 400 до 800 гривен. Ну, не очень много. Руслан, ты ничего не понимаешь. Вложение в бизнес на ноль? Ну, надо сначала купить же этот прибор. Или он просто копает голым? Он без прибора, по-моему. Да ну нафиг. Да, ты хоть взял его телефон? Да какие телефоны? Он без телефона. У него, я говорю, сорочка. У него нет телефона? Сорочка. И штаны. И армейская вот эта лопатка, саперка. Это жестяк вообще. И он ее всю перерыл, сука. Ну, говорят, на него жалуется, он нам ее делает только интереснее. Ту танковую, на самом деле. Так скажи, чтоб копал, блин, Ауди осторожно, она знаешь, сколько стоит. Я кайфую от тачки, отвечаю. Все мне не нравится. Тормоза дисковые, в круг. Ну так, это же современный автомобиль. Не, ну назови мне 94-го года машину. Мегауаз 86-го по кругу тормоза. Не, давай говорить про, например, Toyota Land Cruiser. Ну, есть какие-то там комплектации. Есть какие-то там, а здесь самые простые комплектации. Не, ну машина бы не имела такого. Кстати, мы на короткой машине, друзья. Она короткая, но она такая полуторная, правильно сказать. Полуторная, весом 1800 килограмм. Но это я не взвешивал, это говорит Википедия. Если бы я, конечно, взвесил на металлобазе, было бы все по-другому.
было бы 1850 осталось. Я думаю, было бы меньше. Но может быть так же. Блин, это Audi перед нами с этим, с троллейбусом все время мелькают. Сейчас мы родная едем. Блокировка ЛСДшная в заднем мосту стоит. Которая ЛСДшная? Да, которая нет-нет срабатывает. Не, ну она работает все равно. В любом случае она лучше, чем когда ее вообще когда нет. Когда ее вообще нет. Оно подхватывает на оборотах. Это у меня много лет такого плана блокировки. Они да, помогают. Да, она вчера говорю, да, не сбавляй обороты, держи руль ровно, и все будет у тебя в жизни шоколад. Да, какая волжанка стоит, тут бы разобрать ее. Вот эту? Да. Блин, надо найти хозяина, чтобы перепрятал, потому что ты уже положил на нее глаз. Я не могу, я глянь, двери ровные, без гнили, бампер с хромяшками. Ты шо, я бы это все засватал людям задорого. У нас, кстати, еще сегодня с нами будет Рубикон, по-моему, коротыш, по-моему, 16-го года, если я не ошибаюсь, белый. Тоже очень интересно, как он будет двигаться. И Таха. Ну, Таха неинтересно, она с тобой будет сидеть. Но она в стоке, Таха. Ну да, наверное. Наверное, да. Ну, вот интересная машина, это вот эта, правда, она без зарядки. Так а что, горит лампа? Да не, лампа не горит. Ну зарядки выше 12 не поднимается. Что ты, родненький, где ты? Фу, красавчик. Вот это я на тебя только и можно надеяться. Давай, спускаемся. Вот. А были бы на Азакарках сегодня, был бы соблазн поехать на Кразе. Да? Да. Ну, были бы. Так надо Игоря, чтобы включил бы это. Ну, он бы мне как раз включил эти блокировки, и я бы поехал. Смотрю в зеркало заднего вида, вижу себя в Руслан на канале. Привет, подпишись. Это все вам хочу сказать. Интересно, приедет нам на точку еще кто-либо? Ну, Леня приедет. Не, кроме Лени и Криса, это понятно. Это же стояки, основатели оффроуда. Первые, кто стоял у истоков, когда Господь раздавал всем знания оффроудные, они стояли первые. Да? Да. Ёлки-палки. А Ленина машина, кстати, популярная. Я вчера ее в Инстаграме выложил в историях, и мне несколько человек написали, причем которых я понятия не имею, что это за люди. Написали, я знаю эту тачку, она чинилась там. Это дрифтеры. У такого-то, такого-то кастом. Это... Кастом такой-то, такой-то. Это дрифтеры. Это дрифтеры, да? Да. Или драгеры. Показалось, не пойму, что это думал, а это морда быка, блин. Морда быка. Я думал, что это пытается кто-то залезть на нас. Отвечаю, я раз посмотрел, второй раз не пойму. Короче, вчера утром просыпаюсь, опаздываю на работу с просони. Даже не умылся, выхожу, сажусь в машину, по двору на первой еду. И такой момент, нажимаю ускоряться, и такой фач, и звук. Откуда не возьмись. Будто кто-то на скорости летит, нажимаю так сигнал мне, будто я сюда напорол. И причем он приближающийся. Ёлки. Я как испугался, думаю, елки-палки. Короче, на измене. Фух-фух, никого нету. Осмотрелся, не пойму, что происходит. Выезжаю на дорогу. Опять этот звук, блин. Короче, это шноркель. Это шноркель на моменте всоса, когда ты нажимаешь газ, и чем быстрее он разгоняется. Сейчас тебе там послушать, подожди. Сейчас тебе там послушать. Тут шины шумят. Не, шины шумят, а ну дай телефон. Шины. Дай телефон, пусть сейчас. Вот, как раз красный свет горит. Сейчас я включу, например, вторую. То есть, и вот этот звук, он постоянно разгоняется. Это жестко. Ай, заглох. Это плохо. Ну хорошо, что у нас есть. Это да. Это не УАЗ. Да. Короче, ты пришел к выводу, что это чуть лучше УАЗа машина, да? Смотри, опять же, к выводу, что это чуть лучше машина УАЗа. Я сейчас еще свой УАЗ соберу на этом моторе. На колесах и на военных мостах, и на заваренной блокировке. И мнение быстро изменится, мне кажется. Я думаю, да. В корне просто. Потенциал однозначно будет выше. У меня лошадиных сил будет больше, бензиновый мотор. Клиренс больше. Клиренс, мосты, колеса те же, веса меньше. Ну, короче, все вот эти как бы водные. Только в плюс. Бля, Макс уже нашел каких-то людей. Бля, уже кого-то. Посмотри на Хайлюксы. Что, уже кого-то? Кого-то уже это? Посмотри, подмывает людей, без них. Да? Да, вот он. Да нет. А что, нет? Да. Глянь. Вот он, Макс. Смотрите. Есть. Есть в кадре.
баги у нас центральный замок. Плохо работает? Нет, нет. Он работает хорошо. Вот он называется «Встань, я выйду». «Встань, я выйду», да. Снаружи покажу вам эту машину. Смотрите, как Макс залазит. Короче, такая прикольная машина. Да не, ну осторожно, ты... рюкзак береги, там, там камера. Полторыш. 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 Есть каратыш, а есть полторыш. Подожди, двери, чтобы не потерять. Свет. Вверх. Нас так побил, Руслан. Витя говорит, хочу через верх. Но мы решили не рисковать через верх, чтобы не это, не попасть в засаду, а на переезде. Ты ее на этом прихватил уже. Наша компания в сборе. Тех, у кого ничего не работает и не едет, едем на чужой машине. Это же. Потому что свои все поломанные, никто делать их не может. У настоящего джипера все должно быть сломано. Иначе он не настоящий. Я потихоньку... Ты это хочешь сказать? Ну получается, да. Я думал, это ты говоришь, а я хотел с этим согласиться. Я прочитал твою мысль. Мысли. У тебя есть мысли. Да, у меня в них мюсли. Эй, этот, потому что, пацаны, Макс, наша... тут просторнее, в Горбатом у нас лица просто рядом были. Да, да ничего себе, здесь места. Очень много места, мне кажется. Это крутая тачка. Вообще, ты вроде в другой машине едешь. Ну да, блядь, ну и ноги, все. И тебя впереди. Да, ноги. Нет, сейчас покажу прикол, смотри. Готовы? Не-не, подожди. Я не... Смотрите, я отпускаю руль. Готовы? Я отпускаю руль. Ёханый бабай, Витя! Представляешь, что мне борюсь постоянно? Ёханый бабай, останавливай! Я выйду, тут у Андрюхи гараж, я пойду к нему. Что? Короче, что случилось? Износ небольшой. Хозяин габарит такие водные, что машина ехала идеально. Потом он ее отдал на СТО. Я говорю, пацаны, я плачу за все, меняйте все. Они поменяли все, после чего машина стала гораздо хуже. Не-не, здесь развал охлаждения не делается. Здесь у нас вот это колесо переднее ушло сюда, капитально. Назад, а. Это, вот это колесо, заваленное очень сильно вовнутрь, вот это. Ну правильно, потому вправо и тянет, если оно вовнутрь завалено. А это ушло сюда. Ну, понятно. Понятно все. Не, да. Ну это не говорит о том, что... Клюшки, клюшки, можно клюшками шайбами выставить. Какие там клюшки? Нет. Не, там же независимая впереди. Независимая ПДС, два рычага. Как можно было бы. Как Ниве почти, да? Можно было бы, конечно, клюшками. Но мы сейчас думаем, короче, попилить рычаг, удлинить рычаг. Я думаю, что заехать на развал. Да нет, ты заезжаешь на развал, тебе люди говорят, тут рама кривая, уходите. Да? Да. Уезжайте. Уезжайте. Нет, да короче, я понял, ты, вот ты из тех людей, которые будут искать причину и следствие, а я бы сразу попилил рычаг, удлинил бы рычаг, там нагнул бы. Да не, боюсь, что по заводу уже не сделают. Да все получится. А я думаю, что ну где-то у машины когда-то был или удар, или полудар рама, я тебе говорю. Не-не, подожди, удар был на СТО или где? На СТО. Ты говоришь после СТО. После СТО, почему? Есть два еще вероятности событий, что на старой ходовке, на всем разваленном, ей было хорошо. А не, но это все равно сильное событие такое, ну, не совсем точное, я думаю. Как-то размытое. Да, размытое. Рассказывает хозяин. Сейчас будем спрашивать. Сейчас будем спрашивать, брать комментарии, делать обзор. Где же наш Ленечка? Ленечка, где ты, Ленечка? Сколько время, кстати? Там Леня нас уже бедолага ждет на аппарате ему. 9:15. Ну так мы идем по графику. Сейчас Макдональдс у нас. Ты в Макдональдс едешь? Да, я ничего не знаю. Турбодизель, он не влезет. Давай 1,9 турбодизель. Сначала, Макс, сначала. Я не записал. Хорошо, значит, я посчитал бюджет машины Горбатова для оффроуда $2000. Это с 1,9 тут турбодизель, там около 130-150 лошадок. Это УАЗовская ходовая частично. И все это загрунтовано герметиком изнутри и снаружи, чтобы вода не попадала в салон. И сзади еще на шкивку будет вентилятор, который будет постоянно в воде машину толкать. Грибной винт, правильно сказать. А когда она будет не в воде, она будет рубать
детей и людей, которые будут не подходить, да? Полный привод. А, нет, ну то можно снимать. А, то есть снимай. Но если снять забудешь, я правильно понимаю, что вот так все, кто будет сзади подходить к машине, его будет рубать и расчленять. Будет расчленять и разрезать. А когда ты в Днепр на нем заедешь, то он будет рубать дельфинов. Я предлагал это все в кольце таком металлическом. Ну, кстати, улучшает. А Руслан говорит, что ни хрена надо так сделать. Слышишь, ладно, подожди, какие колеса будут на этом всем? Какие колеса? Да. Какой размер? 26-е трактора. А их спокойно переваривают, да, ЛУАЗ? Это вообще спокойно. Это ЛУАЗовские. Осторожно, спорт. Витя. Вес машины 600 килограмм. 600 килограмм. Осторожно, Витя. Но ты же него еще туда хочешь добавить, сколько ты килограмм? Сколько? Ну я же все заводское тоже снимаю. Все, что там есть. Ну добавлю я еще 150 килограмм. Будет 750, ну даже 800. Ну. Это все равно легче, чем ЛУАЗ. Это в два раза. Заднемоторная компоновка автомобиля. Это 4, 2 блокировки 100%. И это водоплавающая машина. А я слышал, мы только что ехали через это. Я про какой-то остров говорил. Да. На Покатуху я вот хочу поехать. Он. Это он, короче, туда целится. Короче, я понимаю, цель такая, постройки машины, чтобы доплыть на тот остров и там порубиться. Ну, не только, но чего. И не скучное, можно через на волю в броде можно унижать всех. Везде, говорит, можно унижать. Ты уверен, что она не будет тонуть? Ну, это он проверит. Круг у него синий есть. Ты не видел просто, какой круг нам дед отдал? Он оденет этот круг прекрасный и... И выплывет. Нет, кстати, ну она может поплыть, может, если сделать этот кузов просто лодочкой, а он так и сделанный. Да. То возможно, да. Она может поплыть. Интересно было бы посмотреть на это, конечно. Ты давай включайся. Ой, да вы меня никогда не включите. Да понятно, ты все время в движении. Спрашивают, где Витя? Опять начались вопросы, где Витя? Не, только буквально вчера вечером читаю комменты и куча комментариев, где Витя? Да, говорю, завтра будет на новой машине. Все. На Кразе, на Вранглере. Блин, говорю, не угадали. Да, на Монтерей, который сейчас у меня на Воге заберут. А это жмут? Так мы дальше пешком побежим или что? Не, я хорошо, я хоть кроссовки одел. Я надеюсь, что я поеду на Тахо, потому что я на этой машине никогда не ездил, а всегда хотел. Потому что, ну, она прикольная. Ну, она как прикольная? Прикольная. Знаешь, какая мысль в голове? Бедный Тахо. Да. Бедный Тахо. Это как раз... Так, Краснозвездный проспект. Идем вверх. Значок раз. Неизвестное место. Это как раз среди грузового бездорожья. Так само Тахо. Среди легковых, да? Среди легковых. Среди джипов. Очень тяжелый. Да, а у нас есть, ну, GMC Yukon, это же аналог Тахо. Тахо, да. У нас есть видео. Что есть? На видео? Канале. У меня есть такая машина на канале в оффроуде, в жестком причем. И что, ее тягали все время? Ой, блин, тягали. Ой, тягали. Да, у Макса рецепт на все случаи жизни. Да не, ну причем, ну, это правильная позиция, что на ней надо реально нормальные, ну, колеса высокие. У нее сзади как подвеска реализована? Мост. Мост. Ну вот тем более. Мост на... А впереди как здесь примерно? Впереди как здесь? Впереди нет моста. Нет моста, независимая впереди. Ну вот и все. Ставишь колеса туда БДРовские, полетели. Арти порезал за 25 минут. Да. Ну, этим только дай, блин, дай, колеса. Дай. Я вчера приезжаю к Лене, я говорю, Леня, он говорит, надо сделать глушители. Я говорю, а как ты собираешься это делать? Говорит, ну дай мне болгарку, резак сварочный. И я думаю, вот сейчас будет. И он так это все делал безалаборно, быстро, но настолько четко. Я вот такой понимаю. Ты снимал хоть это или нет? Ну так себе снимал. Блин, а мы рядом, рядом были. Короче, я к чему? Я понял вчера, что мне вот такое построение машины, вот так вот вести дела, мне нравится гораздо больше, чем когда там люди вот это бьются, чтобы стык в стык, шов на сиденье там, чтобы торпедка не шумела, да все это чепуха. Блин, я тебе придумал название антилимузинщик. А, да, кстати, вот у него же есть подход. Здесь у нас стык, здесь у нас это,
Здесь у нас то, вот мне вот эта херня вообще не нравится. Вчера взял так болгарку, просто овал вырезал в капоте. Не перпендикулярный просто. Вот такой прям капот закрыл через капот. Сейчас вы все это увидите. Блин, и такой, да, я говорю, заводи, ну. А оно мурчит вообще, сказка. Да? Ты шо, да ну, блин. Не, ну там Акропович, наверное, да, Леня? Ну, и аналоги Акроповича выглядит один в один, только сделано в Харькове. Дядь, звук просто фантастика. Блин, они все знают, кто такой Акропович. Это какой-то режиссер. Акропович, это какой-то... Будман и Башмет. Это те, кто придумали вообще. Это какие-то музыканты? Или? Ну, кстати, есть музыкант. Да, ну, и он же когда... Акропович звучит как музыкальная фамилия. Этот же Акропович, когда не добился особых высот в музыке, ушел в глушители и начал делать музыкальные хорошие музыки. Акропович, Каябуса, не, или как, Якохама. Якохама это шины. Нет, подожди. Как еще выхлоп называется? А вот я этих не знаю. Знаю Акроповича, они на всех идут, практически на стоковых он завоевал. Я, кстати, про него там что-то смотрел. На стоковых чем? Мотоцикла. Ну, мотоцикл. Не, Хаябуса это мотоцикл в модель. Это мотоцикл, а то иероглифы. Забиваю. Рисую иероглиф в айфоне. Короче, он там что-то с очень древних времен занимается доводкой выхлопов. И сейчас уже мотоциклы ставят сразу. Просто слышишь, когда я катался на мотоциклах, еще Акропович, наверное, не знал про глушители. Тогда еще и я в 12-вольтовой не был. Я? Я же Мура, Акропович. Вот это мочит. Все на этом. Конкуренция, короче, у них небольшая на рынке. BLC, выплатки, PPC. Ну, NPL, это уже пошли компании, а это прямо название людей. КН. КН Альянс. Яшимура и Акропович, это такие два конкурента, которые постоянно... А в каком городе Акропович? У меня на Ямахе Акропович стоял. В каком он городе живет? В Днепропетровске. Откуда Ямах? И запоры отсюда. И запорожцы. Слышишь, так у нас на Горбунах Акропович, наверное, стоит. Наверное, он же там заводской был. За оригинале. За оригинале. Ну, нажал там точно, там Макс его тюнинговал. Еще позже посмотрите, как Макс тюнинговал. Ну, получилось нормально. Я думаю, зачем я тут трамблер ставил, если здесь я все равно все буду снимать. Ну, это протестировать, чтобы как на мой ставить, понял потом? На моем-то надо поменять по-любому. Да. Йохан и Бабай, мы тут едем. Да, Порше одни, ты посмотри. Причем эти 900. Короче, 916. Переднемоторные компоновки. Да, 924. 916, 924. Витя, короче, знает этот бренд. Ну, знаю, потому что я когда-то их хотел купить. Охренеть, это ты их увидел и заехал к ним? Да. Блин, какое у Вити зрение вообще. Да не потерял я поворот, я просто увидел, смотрю, тут движ. Да? Ты что, мне себя знаешь? Кретин. Ты что, вообще на Авео? Видите, Авео у тебя. Глянь, сколько перед нами заехало, но зато мы Порше увидели. Я подумал, что где? На парковку на Авео? Блин, у нас давай. Все круче и круче. Бэха не с нами, а Таха вот сзади. Беленький, да? Интересно будет. Новый Таха. Одна это у Лёни. Ух, какой Таха. Слышишь, он на шинах еще правильных. Да, нормально. Будет сейчас экшен. Дайте нам, пожалуйста, 3 завтрака и 3 капучино. Не-не, Макфлури карамель вместо одного капучино. Подождите, вместо одного капучино Макфлури карамель. Не кричи, ты оглушил его. Он оглушил ее, мне кажется. Да, заказ верный, прием, как приняли. 308 рублей за сладкий проверку, что аппарат. 318 приняли, платит Руслан. Нормально я подвел итоги? Да, вообще жестко. А что, ты устанешь вырезать потом или что? Не, я прямо в телефоне склею. Эй, а почему ты отказался от кофе? А, кофе, не знаю, боюсь. Буду очень бодрый, понял? Понял. Чтобы ноги не стерли. Мне самому надо айкос побурить, чтобы успокоиться. Давай. Я когда его курю, успокаиваюсь. Такое что-то другое надо курить, чтобы успокоиться.
Да не, ну и то тоже можно. Ого, тут кульками просто еду дают. Слышь, а я в ЭТБ раньше. Я в ЭТБ раньше заезжал. Дураком не будет. Ля-ля-ля, Зеленский. Нет, где? Похож на Зеленского, похож. Ёлки, а ты думал, в Макдональдсе работает, да? По выходным. А другой чувак с клубникой вчера ходил там на плече. Тоже Зеленский еще? Ну, не, Петрушка зовут. Петрушка сладенький. Да, с клубникой, ты шо вообще не в себе? Что? Ну, вез бойцам на фронт, клубнику привез. Какой молодец, да, вообще? Думает о людях, да. В электричке. Да, я видел эту прямую трансляцию. Да. Я смотрел прямую трансляцию. Клубнику. Я что-то не в АТО клубнику повез. А, так, на электричке. Я думал, он как я на Белгород с кравчучками. Мне было 14 лет. Ого. Так, пацаны, давайте перекусим. Давай. По-быстренькому. Выходим на капот. Порши уезжают. Да, это легенды. Автопрома. Было раньше их, конечно. Были они на улицах. Сейчас не помню, когда видел последний раз. Блин, тут... Привет. Тут подготовленная машина, я смотрю, Руслан. Ого. Так вы готовы к оффроуду в полном объеме? Блин, вот смотрите, какой у людей кулечек, блин. Как надо есть с утра, блин, чтобы была фигура нормальная. Ёлки-палки. Таха крутой. Еще и гибрид. Гибрида у нас еще не было в оффроуде. Нет, сейчас будет, да? С какой стороны бак? Бак справа. Да, сейчас будет экшен, наверное. Злая машина спереди. И вот еще один аппарат с нами. Но тут серьезный. Подготовлен по-взрослому. Сейчас мы все протестируем. Ни хрена себе тут салон. Да. Красиво все, ничего не скажешь. Что тебе говорит женщина? Витя, ты на связи, прием. Ух, какой у нас коллектив сегодня жесткий. Проверка связи. Разговор закончен. Включается движок. Да? То есть, а стартует на электрике? Да, у нас как электричка работает. В смысле, как электричка? Но она же гибрид. Она гибрид, она может ехать чисто на электрике без двигателя. Обалдеть вообще. Ну в пробках, да, наверное, в тянучках, да? В городе, да. У нее 6 литров под капотом, при этом по городу расход до 15 литров. 14, 13,5, 14,5, смотря как на газ жать. Охренеть вообще. А какой год? 12, ну тоже переходной, 12-13. Ну тоже уже не вчера сделанная, да? Да, да. Я ее не с Америки гнал, я ее забрал в Киеве у американского посольства. Отжал? А, у них тут аукционы периодически есть. Она у них стояла, она не ездила 5 лет. Прикольно. И что, пробег небольшой, да? Был, когда я брал ее в 19 году, было 18 тысяч пробега. Нормально. Да, у нее типа была проблема с коробкой, они не могли ее порешать, эту проблему. Они пригнали вторую коробку с Америки, поставили ее. Она у них тоже не поехала. А у них же правило, это же американцы, они же придурочные, что все делают сами. Да, я у них с аукциона ее забрал за копейки, за... 300 тысяч гривен. С двумя коробками. Заехал к пацанам на станцию, они прошили бортовый компьютер, она поехала. Нормально. Хорошая история. Да, вообще сказка. 6 литров под капотом. Блин. Вот это аппарат. Все хорошо. Я вот это нашел на нее лифт в комплект типа на 10 сантиметров, на 9. Ого, 4, там почти 4 дюйма, почти да? Почти 4 дюйма, да, там 3,7, да, чтобы ее приподнять. Вообще будет бомба. Класс. Все, и на выставке электрокар 1904 год, все рабочее. Там до 60 километров пробега,
понравилось, это такой желтенький, прикольный. Это какие годы были, что ты? Это я был в 2010 году в Америке. Обалдеть вообще. И вот это там все стояло, все красивенько, все ездит. Как-то он там назывался тоже. Нормально. То ли Тесла, то ли еще как-то. Троллея есть, типа можно ездить по троллее, а можно ездить на батареях. Там такие съемные пакеты. Макс, типа... про электровозы в шахтах. Да, что в 70-х годах. Это там ты научился домкратить бревном, да, у него? Да, да. Ну мы так всегда, там все там вагонетки ставят. Если вагонетка там завалилась или с рельс сошла, то ты подъезжаешь электровозов, приподнял, поставил, следующий приподнял. Слышишь, это была история, тебе и зрителям расскажу. У Павла на Унимоге спустило колесо посреди Оболони. Это было где-то в часов, сколько, или в 3 дня, или в 6 вечера, ну где-то уже во второй половине дня. Короче, в 3 часа ночи мы где-то попали домой примерно с этим колесом. И Макс нам показывал, как, говорит, я в шахте работал, говорит, ставили, говорит, так я сейчас вам покажу, как домкратить Унимог. А там же высота такая, берет бревно, подставляет под мост и просто наезжаешь, понял? И получается раз и поднял, ну определенно, да, под углом ставишь. Прикольно. Да, такие. Любую машину так можно поставить. Да. Это где-то потом что-то вы еще повторяли на чем-то, я уже не помню. Да, да. Меня не было, наверное. В рацию кричат, что вы не забыли, что сзади Монтеррей еще. Забыли про Монтеррей, тут придавили. Да, какой комфорт, как хорошо разгоняется, как быстро едет. Коля, а где? За 70, так не вот. Да, вон Монтеррей. Да, там уже немножко. Не, ну сотку едет он, но. Ну, вот так вот. Сегодня как никогда ассортимент.